Первенство области по футболу среди подростковых команд финиширует. На поле стадиона «Труд» сегодня в поединок вступили спортсмены из Серпухова, команда «Альтаир» и футболисты клуба Олимпийского резерва из города Видное «Олимп». Соперники оказались под стать друг другу. Борьба была непростой и завершилась победой футболистов «Альтаира». Счет игры 2-0. Таким образом, Серпухов лидирует, и у «Альтаира» есть все предпосылки стать чемпионом области. В четверг серпуховским футболистам предстоит матч с командой «Щехова», которая имеет шанс войти в тройку лучших подростковых футбольных команд Подмосковья. Кто победит в первенстве, станет известно на следующей неделе. Серпуховским футболистам предстоит сыграть еще 3 матча.